Канал называется «Дневники Зави». «Дневники Зави». Друзья, подписывайтесь на «Дневники Зави» обязательно. Оставляйте комментарии. Да? У тебя же другой проект, заебал. Ты зачем снимаешь опять? Дим, как называется новый проект? Вся вот эта рубрика уже исчерпала себя, серьезно. Сегодня Коля стояла в очереди в туалет, и проходили мимо тёлки и сказали: «Пуф, а где запьёл?» Да, они смотрят на меня такие: «О, этот...» Зави, блядь, как его? Зави, блядь, зави, зави. Дим? О, бля, во-во-во-во-во-во! Заведи, блядь, во! Заведи, ёпта! Не, прикольно. Очень прикольно. Мне нравится. Новиночка какая-то. Очень клевые чашечки, да? Вот такие милашки, смотрите. Блин, маленький орел, мои любимые. What's going on? Ну вот мы и встретились. Мой друг Николай по традиции готовит еду. Руки помыл? Все. Чем? Карпаччо. Нет, так не получится. Никак вообще. Нет, в другое место лучше. Опа. Олега забыли. Олег, я считаю, нужно написать сообщение этим дамам. YouTube-блогер 21 века Вадик Савицкий. Подписывайтесь, Вадик Савицкий. А ты инстаграм-блогер, да? Поздороваемся с тобой. Yeah, привет, привет, привет. Привет. Я снимаю архитектуру. Беззеркалка? Зеркалочка. Липелис, Леонид Аронович на фестивале Flow. Ну, это же наконец случилось. Лучшая вечеринка на свете. Дим! Чтоб я так жил. Наташ! Bronx scene 6. Bronx scene 6. He never gave any refunds to his mates. You know he's always better bollocks than the young me. You always get better bollocks on a busy street. Came out catch one, came out catch one. I did it on time. Блин, ты это включишь потом все, блин, чё? Коля, мы закури мне. Мы проябываем Джемми XX. Да срать на Джемми XX. Голливудский диджей сет, блядь. Блядь, так больно. What's going on? Ребятки, нам что-то очень не повезло с погодой. Куда делся этот обормот? В этом кафе вот от года кофе не меняется, становится только лучше, ароматнее. А эти маффинс, они как из детства. В том детстве не было маффинс. Вот и сходил. Вот. У меня на два дня. Джон, есть еще один вариант. Мы можем попробовать отвлекать чел, ты через забор сгонешь. What's going on, man? Ты
это хоть, пусть будет поумнее, а. А ты можешь лечь? Да оторвите вы ему руку, блядь. Я хочу вас пригласить на свой фестиваль в Пушкинские горы. В следующем году. Пушкинские горы, блядь. Я просто думаю, если вы пиарщица, то... Я не могу так. Поеду сегодня никуда. Останусь. Now ritual we're gonna do before every set. Hope all you made a lot of coffee too.
фестиваля New Order тебе понравился? Да. Я был в восторге от современных аранжировок фестивальных. Мне вообще они не понравились. Но видишь, в чем дело? Потому что ты ортодоксальный музыкант. Борисе отличный, великолепный. Что именно? Рубашка? Рубашка. У меня есть клочок рубашки, она пахнет ладаном. Очень вкусно. Вот, это капелька. Она его. Она не испаряется, потому что это Борисе. Я знаешь, что расстроило? Предпоследняя песня, выходит чувак такой, подходит к Морриси и такой говорит: No more, no more. А может быть, там тоже стоит закончить на этом? Даже ребятки, поехали. Металлику забрал, красава. Наджиев. Металлика, мы первую видели. В смысле, нет? Да. А вы кто взял-то? Его не буду любить за диджей-сеты, потому что он, его заслуга в проекте. Он очень хороший ботаник, хороший музыкант. Диджей-сеты его говно. Для лохов. Он приезжает, вставляет Ableton Live Set, все, нажимает кнопку, играет, блядь. Was it great? What's going on?